на воде, на тех, кто младше. Да? У нас до сих пор мы не можем найти хоть вещи. У нас нет летнего кинотеатра. Так? У нас нету танцплощадки, огней, маяка. Пацмайдан, да? Кто они знают? Ну, все, думаю, знают. У нас нету нормального исполнения парашютной вышки, хотя многие из вас прыгали. Бильярдной нету у нас. То есть, пожалуйста, просьба покопаться в своих домашних архивах. Я прекрасно понимаю, что никто не снимал Пацмайдан, например, специально вот сняли его, снимали себя, снимали друзей, знакомых. Пожалуйста, девушек снимали, да? Пожалуйста, поройте. И уже тогда глобальная просьба. Сейчас происходит такая ситуация, это медицина цифра, да? То есть это означает, что фото как такового нету. Если ваш компьютер, не дай бог, умрет, да? Вы не выложите куда-то свои снимки в сеть, сдайте, то этих снимков и нет. Пожалуйста, печатайте свои снимки, самое главное. А отпечатав, пожалуйста, подписывайте их, где это и что. Если вы думаете, да, когда, где и что. Вы сейчас думаете, что это все, ну вот, я об этом знаю, да? Пройдет время, и вы об этом забудете, да? А еще пройдет время, возможно, никто не будет помнить. А это история города, из которой из вот таких маленьких историй потом будет большая история. Помогите, пожалуйста, посмотрите свои домашние архивы. Спасибо. Женя, ты хоть скажи, куда обращаться? Куда обращаться? Есть проект «Старая Одесса Холд», «Old Odessa UA». Там пишется электронная почта. Те, кто... Да, написано «Old Odessa UA». Это сайт. Там пишется электронная почта. Там пишется мой номер телефона. Пожалуйста. Да. Друзья мои, по традиции, я понимаю, что я всегда такой вестник, как бы радостный. Но на сей раз я себя должен ограничить, ибо то, что будет сейчас подарено, мне не принадлежит. Поэтому передаю слово Евгению Володину, и состоится акт дарения. Называй. Ну давай я хоть называть буду, а ты бегай за книгу. Литературный музей. Один экземпляр. Историко-краеведческий музей. Музей звука. Создатель музея Василий Пивнюк. Это его машина, ребята. Вот тут это оказалось его машина. Одесская национальная научная библиотека и отделы. Для вашего отдела. Ты перепутал это. То же самое, да? Вот, да. Чтобы вы не были... Давай. Давай, сынок. Так. Научная библиотека Одесского национального университета Вечника. Есть. Одесская областная библиотека имени Грушевского. За такой книгой все приходят. Государственный архив Одесской области. Вот обещали, что будет государственного архива даже не осталось. Отложи. Центральная городская библиотека имени Ивана Франка. Одесская областная юношеская библиотека имени Маяковского. Центральная городская Одесская библиотека имени Гайдара. Библиотека имени Багрицкого. Спасибо всем за внимание. Должен сказать с некоторой, но оторопью, что книга продается в правом углу, в левом углу фуршет, кто быстрее, тот и купит книгу. Спасибо.